Добрый вечер, дорогие подписчики. Расскажем о продуктах. На первое место я поставлю Stimul 8 от Finaflex. Почему ставлю его на первое место? Выглядит здорово, вкусно здорово, эффект здорово. Ну, просто 10 баллов. То есть... Вообще у нас такой, так сказать, канал, как мы сказали, познавательный. И больше все-таки для тех людей, конечно, которые, наверное, также придерживаются какого-то делового образа жизни, но при этом не забывают заниматься спортом. О спорте, о здоровом питании, образе жизни, тренировках, о хорошем времяпровождении. И даже мы, наверное, будем примешивать видео с какими-то нашими размышлениями. Может быть, коснемся каких-то книг, может быть, коснемся каких-то статей. Ну, чего-то мы в любом случае коснемся. Хотим преподавать, на самом деле, информацию, преподать ее смешно, забавно, интересно, познавательно. И чтобы вам это понравилось, чтобы вам было интересно, чтобы вы на досуге, когда сидите вечером, едите гречку с куриной грудкой и пьете вкусный чай или кофе, или вот это, или что-то поинтереснее, то чтобы вы могли обратиться к нашему, так сказать, источнику. Что он намного лучше, круче мезоморфа. Ну, наверное, действительно так, потому что я пил мезоморф, кто-то говорит, о, мезоморф, мне так нравится, я пил мезоморф, но у меня банку, вот я два раза выпил, он меня два раза втащил, и потому что эффект я чувствовал, ну, в районе, может быть, 25 минут, потом эффекта не было, потом я был в таком же настрое, потом пришел на тренировку. А у меня, то есть мезоморф стоит, соответственно говоря, там, дома, вообще не понравился. Что здесь я могу сказать, если толерантность не вырабатывается к продукту, то очень долго. То есть я выпил одну банку, как видите, купил вторую. Если бы меня он перестал переть, я бы не купил вторую банку. Я ровно вторую банку еще открыл, а она новая, да, то есть сами понимаете, там она была закрыта герметично, абсолютно заводская. Я выпил ложку, еще на голодный желудок, естественно, прождал после еды полтора часа. О, меня, конечно, сразу убрало, да, новая банка, она вообще упирает просто с первого раза. Вот, вот что я могу порекомендовать. Не рекомендую его, если вы увлекаетесь там выпить какой-то препарат сторонний, допустим, там смешать с йохимбином, с гуараной, с кофеином, там, что у вас есть какие-то капсульные препараты. Ну, по крайней мере, на первый прием не советую. Первый прием ограничится с половиной или полным скупом. Ну, я уже, поскольку какую-то чувствую толерантность, и вообще все это дело на меня хорошо ложится, потому что у меня природа низкое давление, и мне любой скачок давления для меня только положительно оказывает влияние на мое самочувствие. Поэтому я могу и теперь уже йохимбин закинуть, да, то есть и могу гуараны капсулы закинуть, да, и уже плюс еще выпить вот это. Но не надо забывать то, что это особенность моего организма, и не надо забывать то, что я уже выпил одну банку, и он у меня уже идет немножко легче. То есть я могу дозировку превысить, хотя не советую. Мне кажется, это тот препарат, который нужно пить и не превышать, потому что он так содержит все, что вам нужно и необходимо. Вот. Так что это такой честный вам обзор. То есть самые, наверное, рабочие препараты, я очень много перепробовал, это все-таки Stimul 8 и психотик от Insigna. В прошлом видео, ну, если назад махнете, вы увидите, в прошлом видео я его тоже осветил. Самые рабочие. Возможно, будут еще. Я, соответственно, этим и занимаюсь, чтобы найти какие-то интересные препараты, интересную информацию, предоставить ее вам. Потому что про различные там протеины, аминокислоты, и так есть 1000-1 миллион видео, да. О притренах, наверное, тоже не меньше, но все-таки мы пробуем интересные препараты и делаем такой честный обзор. Потому что большинство знаменитых спортсменов, они освещают те препараты, за которые им заплатил тот или иной магазин. Вот в магазине продается препарат, они его освещают. То есть вы, может, вообще, большинство из вас, кто сейчас смотрит это видео, вообще не знает про Stimul 8, про психотик от Insigna. Вот, потому что это такие вещи, которые стоят там на последней полке, да, и они широко не рекламируются, и их открывают только те, кто действительно окунается глубоко в эту тему. Вот, и поэтому, ну,
мы вам говорим о том, что действительно работает, да? Потому что сейчас поистине рабочих препаратов на рынке не так много. С того самого Джека 3D1 уже нет на рынке. Вот пытаюсь отыскать то, что не хуже, то, что здорово. Но хочу предупредить, сразу говоря, что есть масса нареканий. То есть от каких-то людей, которые у меня в зале тренируются, при том, что они принимают спортивную фармакологию, организм не закаленный, но при этом им становится, ну, там, часто нехорошо. Но я думаю, для самых таких максималистичных людей, которые действительно готовы выкладываться и любят острые ощущения, да, по своей натуре. Не будем даже говорить то, что дело только в тренировочном процессе, которые просто любят максимально хорошо себя эмоционально, морально, физически почувствовать, да, то и им это понравится, да. Можно даже просто в выходные выпить, прикольнуться, да, посмотреть потом. Фильмец хороший. И не спать всю ночь. Потом бегать всю ночь на кухню кроволом с валерьянкой, чтобы уснуть. Вот что можно сказать. Кстати, если говорить относительно про девушек, вспомнить, да? Если есть девушки, я многих девушек в своем зале подсаживаю, например, тренировочный комплекс свои. Знаете, хожу как маленький такой барыга. Хочешь там попробовать? Хочешь? У меня очи есть. То есть, да, вот. Им нравятся мои предтренировочные комплексы, и мне кажется, вот этот предтренировочный комплекс, он наиболее жиросжигающий. То есть это чувствуется потому, как начинает выделяться жидкость, потому как хочется пить, потому как ты, ну, извиняюсь за выражение, пропотеваешься, да, то есть достаточно сильно обладает он жиросжигающим эффектом, это даже есть в описании. При любой препаратной кофеине он жиросжигающий, потому что, ну, это понятно почему, да, но этот препарат, он наиболее жиросжигающий. Мне кажется, даже есть жиросжигатель от этой фирмы. И я посмотрел, по составу он практически такой же, как Hypertrend. Ну, добавлено еще пару каких-то элементов, вот, которые нужно, с вашего позволения, немножко выпить. Потому что я хотел еще пойти сейчас потренироваться. Мне уже надо начинать разогреваться. Ваше здоровье, дорогие друзья. И мое нездоровье, как я люблю говорить. Хорошо, классный вкус, такой, знаете, виноградник, и выглядит красиво, но когда я только начинаю растворять это дело, мне становится страшно. Когда я там в прошлом видео показывал, мы даже приближали, знаете, как там чернила такие начинают содержаться, вот, такие, знаете, такое ощущение, что чернила разных цветов начинают. Ну все, подводим итог. Сейчас итог подведу достаточно без купюр, как есть, потому что я уже вам все по производственной части, так сказать, сказал. Скажу честно, если хочется ширнуться, стимул 8, ну это идеально. То есть вот будет классный настрой, классные мироощущения, ощущения себя в этом мире, и вы проведете хорошую, качественную тренировку. Так что спасибо. Ну, увидимся в следующем кадре.